Доброе утро. Я вам обещал, что расскажу о тренировках, которые позволят вам выглядеть стройно. Тренировка называется круговая. Она использовалась в сборных Советского Союза, а сейчас используется и называется подобный вид тренировок кроссфит. Я не буду делать чисто упражнения из кроссфита. Я их немножко буду делать в классическом варианте. Но в следующий раз мы обязательно покажем вам тренировку кроссфит, которая набирает популярность. Так вот, в чем же состоит суть тренировки? Вы делаете упражнения на различные группы мышц и при этом их делаете друг за другом с высокой интенсивностью. Сейчас вы это увидите. Первое – турник. Делаете 10 подтягиваний. Тут же переходите на брусья. Опять переходим на турник. И делаем подъемы ног. Еще одно упражнение из комплекса приседания. Ноги на ширине плеч и приседания. Первая часть комплекса сделана. Сделали пару вдохов и снова на турник. Но на этот раз вы делаете уже другие подтягивания, вот таким образом. Опять брусья. Опа. Снова пресс, но на этот раз подъем ног здесь. Опять приседания. Но на этот раз вы ставите ноги пошире. Отсюда будет вам лучше видно. Вы ставите ноги пошире, колени в разные стороны. И вот так. Еще один круг остался, на этот раз другие подтягивания вот таким хватом. Уже тяжело. Переходим отжимания сюда. Упражнение на пресс тоже здесь же, с упором ног. И еще разок.
И совсем последнее упражнение – это выпады. Сюда, наверное, удобнее будет вам видеть. Руки. Следите, пожалуйста, чтобы здесь был у вас ровный угол. Держите спину ровно. Моя тренировка круговая закончилась. И хочу вам сказать, что если вы будете делать это хотя бы один круг, потом с каждым разом наращивать, через день, в течение 2-3 месяцев, ну, близко к тому, чего я подошел, вы, конечно, не подойдете, но будете рядом. Всем всего доброго, хорошего утра. Но теперь тренировка для тех, кто начинает. Конечно, кто-то скажет, это не для меня и очень сложно. Начните с чего-либо. Возьмите себе напарника. В этот раз у нас будет напарница, и мне будет помогать Наталья. И помогите ей сделать этот комплекс. Сейчас я покажу, каким образом вдвоем можно делать этот комплекс. Но это можно делать даже одному или одной, если у вас есть желание, используя те же самые снаряды, которые можно найти везде практически, в каждом дворе, и резинки. Но сейчас без резинок, при помощи партнера, я покажу, каким же образом можно использовать и можно делать эти упражнения. Отлично. Фиксируй ноги. Пошла. Поднимайся. Раз. Видите, как легко Наталья справляется с этим упражнением. Мне кажется, даже легче, чем я. Наверное, потому что я ей помогаю. Но со временем вы делаете так, чтобы ей это было тяжелее. И тогда она полностью ощутит нагрузку. Если высокий турник, обязательно помогите спрыгнуть. И переходим к грузям. Раз, два, три. Опа! Фиксируй ноги. Поехали. Раз. Сильнее ноги. Держи. Раз. Еще разок. Вот так вот, молодец. Опа. И опять турник, подъем ног. Но если тяжело поднимать ноги прямые, поднимайте просто в согнутых коленях. Вот так вот. Выпрямляй до конца ноги. Отлично. Тут Наталья справляется, и моя помощь не нужна. Молодец. Переходим к приседаниям. Обратите внимание, чтобы ваша спина была ровно или даже чуть изогнута назад, чтобы в конце приседания вы вот так вот не проваливались. Дышим. Вдох, выдох. Выдох делаете на усилии. Молодец. Еще. Отлично. И по той же самой методике, которую я говорил, повторить. Сначала будет тяжело, а потом с каждым разом все легче и легче. Желаю вам хорошего утра, здоровья и успехов. Вот и закончили сегодняшнюю тренировку. Следующая тренировка будет через неделю. И будем заниматься уже в спортзале с Натальей. До встречи. Всем пока.